В эпоху цифровых технологий, когда цифра проникает повсюду, главным требованием стало обеспечение надежности. Однако в такой системе любая ошибка или помеха сталкиваются с запретами. В этой среде помеха стала инструментом для критики стремления к совершенствованию, а также жестких рамок, устанавливаемых мощными корпорациями в использовании софта. Художники увидели в этой эстетике проявление демократического отношения к машине и критику текущей реальности. Они также доказывают, что машины способны высказываться и сопротивляться навязанным им структурам и алгоритмам, которые пытаются управлять ими. И таким образом критикуют закрытые системы не только в технике, но и в обществе. Замечая в современном городе огромное количество разных цифровых мониторов, нередко можно встретить ошибки или помехи. И тем самым город критикует какую-то корпорацию, стоящую над ним, или же закрытое общество. И мне захотелось перенести условный город в пространство Unity, довести до максимума его glitch-эстетику.